Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. На базе детского оздоровительного лагеря «Олимпиец», где расположен один из пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик, прошло комплексное обучающее занятие по основам безопасности жизнедеятельности. Спасатели МЧС России рассказали ребятам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Упомянули о номерах телефонов 01, 101 и 112, по которым можно вызвать пожарную охрану и обратиться за помощью в любой экстренной ситуации. Ярким эпизодом для ребят стала возможность осмотреть пожарный автомобиль. Каждый желающий смог посидеть в кабине, примерить боевую одежду огнеборцев, рассмотреть оборудование автоцистерны. Режание пожарный. Он тушит огонь и спасает. Да, мне нравится базарь, и я хотел бы рулить и стать большой. Подобные занятия проводятся в каждом из 16 развернутых пунктов временного размещения. Они направлены на предотвращение происшествий. Кроме того, ежедневно сотрудники МЧС России проводят инструктажи с работниками объектов. Детям очень понравилось общение с пожарными, ознакомление с пожарной техникой. Особо понравилось находиться за рулем, то есть в качестве водителя пожарного автомобиля или спасательного автомобиля. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.